Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Тема сегодняшнего видео: в чем встречать Новый год. В частности, я буду говорить про цвета, в каких цветах лучше встречать Новый год по советам астрологов, а также немножко поговорим про модные цвета, например. Вот. Давайте начнем. Как говорится, готовь сани летом. Ко мне пришла недавно такая идея снять видео о том, что в чем встречать Новый год. Я начала искать информацию, собрала топ-5 советов, как всегда, для вас. Также с картинками, надеюсь, получится интересно. Сейчас ноябрь, месяц быстро пролетит, соответственно, декабрь — это уже праздники. Это покупка подарков, подготовка к Новому году. В общем, как вы знаете, время всегда очень быстро летит. Как вы знаете, следующий год будет годом белого металлического быка. Помню, в детстве мне рассказывали рассказ, как мышь очень сильно хотела быть первой в 12-летнем цикле, открывать первый Новый год. Соответственно, она взобралась на голову быка, тем самым опередив его, и он остался на втором месте. Так что следующий год у нас будет год металлического быка. Поэтому, если вы хотите поддержать год металлического быка, соответственно, в Новый год вы можете нарядиться в одежду или фактуру цвета металлик, как, например, на мне сегодня такие золотые пластины. Кстати, фавориты осени, я рассказывала про эти серьги, можете перейти посмотреть. Вот. Как вам в целом образ, напишите, нравится или нет. В принципе, также можно будет и нарядиться в Новый год, поддерживая металлического быка. Первый совет: вы, конечно же, можете смело выбирать металлические цвета, либо будь то пайетки, которые, мне кажется, актуальны каждый Новый год. Также перламутр, какие-то металлические пластины, например, как на моем платье. Интересные шелковые перламутровые платья, сорочки или какие-нибудь интересные переливающиеся ткани с металлическим блеском, а также какая-нибудь интересная кожа или кожзам с интересными металлическими переливами. Второй пункт: можно выбрать цвет наряда под модные цвета Pantone, которые каждый год публикуют Pantone, утверждает. И раньше всех, конечно же, узнают модельеры и модные дизайнеры про них. Всего это 10 цветов. Среди них, например, солнечно-желтый, нежно-голубой, теплый светло-коричневый цвет, желтый, ярко-желтый, такой насыщенный, синий, также актуален, начиная с этого и заканчивая следующий год. Более просто цвет немножко смягчился и перешел более в светлые его оттенки. Также очень интересно, можно выбрать пастельный зеленый, коралловый или мятный и так далее. Третий совет: предлагаю надеть белый цвет. Белый цвет вообще цвет сигнала. В основном это ассоциации для Нового года, как говорится, начать жизнь с чистого листа. Да и потом, в принципе, я считаю, что белый цвет достаточно нарядный сам по себе и очень хорошо освежает цвет лица, и многим идет, поэтому вы можете смело выбирать наряды белого цвета. Также не забывайте, что, конечно же, существует много оттенков белого цвета, уходящий более молочный или, наоборот, в холодные его оттенки, более серые.
Четвертый совет. Не знаю почему, но некоторые астрологи советуют выбирать серый цвет тем, кто хочет встретить свою именно любовь в новом наступающем 2021 году. И именно в год быка. Именно в год быка для того, чтобы встретить Новый год, астрологи советуют одеть серый наряд, серое платье. И для того, чтобы ваш образ не выглядел скучным и серым, не забывайте, опять же, про аксессуары. Я уже снимала видео, здесь оставлю ссылку. Также там очень полезное видео, какие же можно аксессуары и украшения подобрать под вечерние наряды. Пятый совет. Какие же цвета ассоциируются у вас с Новым годом, например? Естественно, для многих это будет ответ либо зеленый, либо красный. А у меня ассоциации почему-то именно с зеленым цветом, когда наступает Новый год. Предлагаю выбрать вам, конечно же, более интересные, например, вариации зеленого, например, уйти больше в изумрудный цвет платья и так далее, либо выбрать насыщенно бордовый цвет вместо красного. Но учитывайте, что выбирая ярко-красный, имейте в виду, что по ассоциациям наступающего года быка вы будете немного раздражать символ года, размахивая, шуточно говоря, красной тряпкой перед ним. Ну, а если, конечно же, вы не верите в астрологию, то красный цвет явно не оставит вас незамеченным на любой из вечеринок. Поэтому одевайте смело красный цвет, и вы будете звездой вечеринки. В принципе, все. У меня получилось топ-5 советов. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание. Пока. Чао-чао. Увидимся в следующем видео.